Добрый день, дорогие друзья! Так, сегодня пятница и очередной выпуск на канале Iron Bobcat, на канале Железный Рысь. Сегодня в программе композиция «Зачем топтать мою любовь?» группа «Смысловые галлюцинации». Зачем топтать мою любовь? Странно, когда ты сходишь с ума, у меня появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страшные сны. Снится, что мне не дожить до весны. Снится, что вовсе весна умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думаю, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаясь с другой. Мне нужно расстаться с тобою скорей. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе, чтобы не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть — просто слова. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Ну вот, друзья, такой кавер получился. Буду признателен, как обычно, вам за ваши комментарии. Ну и до новых встреч. Всего доброго. Счастливо.